Доброго дня! Вітаю вас в новому році! З вами Олена Клепа. Сьогодні в нас дуже така весела компанія. І я із задоволенням хочу вам представити керівника циркової студії «Батерфляй» міського палацу культури «Корабельний». А також вона з собою привела таку свою компанію дружню. І це два помічника – Діана Тупікіна і Дар'я Гайдар. Кивніть, будь ласка, щоб знали, що це ви. І учасниця цього колективу Дар'я Некрасова. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пані Тетяно, одразу запитання до вас. Що таке циркова студія? Циркова студія – це життя. Циркова студія, вона не може бути роботою, вона не може бути каким-то даже хобі. Тобто, її можна тільки жити. Циркова студія – це те, що, вот, то, що я створювала, і те, що я мечтала, і те, що ми робимо. А ви десь навчалися цьому мистецтву цирковому? Да, я училася. Ну, у нас раніше був такий театр пластики «Силует». Там я получала сертификат, который мне дает право преподавать. А вообще я тоже участница цирковой студии. Когда-то в Николаеве была студия «Самоцветы». А у нас еще есть какие-то студии, кроме вашей, на данный момент? Я знаю, что есть в ДК «Молодежный». Там тоже есть, по-моему, студия. Ну, тобто ви так конкретно більше не знаєте. А що можна навчитися саме в вашій студії? Воздушна гімнастика, воздушна акробатика, навіть така воздушна гімнастика, яка, в принципі, практично нігде, це кардепарель. Це такий воздушний номер, канат, цирковий канат. Каучук – це номер на гибкость. Ну, акробатика, жонглірування. Гимнастика. А клоуни немає у вас там? Есть, но они еще не совсем выросли. Они там, ну, есть в проекте такие. Они клоуны, такие будут клоуны, но они еще маленькие. Какие-то, может, фокусники, еще что-то такое? Фокусников пока тоже нет. Мы ждем спонсора, который нам подарит оборудование для фокусов. Мы будем не против. Ну и, в принципе, я бы хотела, конечно, очень. Но это достаточно дорогое оборудование. То есть там... Один номер где-то обходится порядка $1000, mm-hmm. чтобы фокусы были, там где-то будет 4-5 коробок. Кто может прийти до циркової студии взагалі? Чи є якісь критерії відбору? Абсолютно никаких. Те, кто хотят. Не могут прийти те, которые не хотят. Если хотят родители, а дети не хотят, то лучше не приходить, пожалуйста. А якісь от критерії, це там гнучкість повинна бути, чи ще щось там, висотобоязнь відкинути одразу? Цирк настільки разноплановий, що завжди можна пригласити, ну, не то, що пригласити, а завжди можна знайти для кожного чоловіка чим зайнятися. Навіть якщо людина має якісь фізичні особливості, то все одно для нього в цирковій студії можна щось знайти. Тобто це... В принципе, почему я люблю цирк? Потому что это то, где нет вообще ограничений, нет границ, насколько хватит фантазии. Поэтому, я думаю, это до сих пор не официальный вид спорта, потому что никто не знает, как его квалифицировать, как его судить, к чему его отнести. А то якісь є там конкурси, може, спеціально для циркових студій, чи ви не приймаєте участь? Принимаем участие. Есть многожанровые фестивали, конкурсы. Есть конкурсы чисто цирковые. Есть уже специализированные конкурсы, но туда обычно надо приглашение. Может, за какие-то рассказали бы нам, где вам, может, наибольше сподобалось? Последний конкурс, который мы были, это был золотой трюк Кобзова, но не совсем золотой трюк Кобзова, а как бы его детская версия, «Зірки майбутнього». То есть это такой детский конкурс, который, на который отбираются детки, самые-самые лучшие со всей Украины, и... В принципе, соревнуются. Очень квалифицированное жюри на манеже цирка. Конечно, впечатлений было масса, потому что, ну, иногда смотришь, что дети могут делать в достаточно юном возрасте, и просто удивляешься, как такое возможно. Разом с вами вот пришла ученица. Что вы за ней нам можете сказать? Даша. Девочку зовут Даша Некрасова. Ну, не знаю, для меня они девочки, все, наверное, будут лет до 150. Я знаю, что недавно ваша циркова стадия. Где-то год. Ну да, год, в принципе, год и месяц, где-то так, уже да. Я пришла в 21 год, то есть я сравнительно поздно пошла в цирковую студию, но
хочу сказать, наверное, я быстро как-то научилась что-то делать, да, адаптировалась, потому что оно все-таки мне близко. Я родилась очень странной, очень какой-то специфической, вот оно и отразилось. А в чем вот это? В гибкости, именно в гибкости. И вот некоторым дано там гибкость, шпагаты классные, у меня гибкая спина. Очень гибкая, как оказалось. Я сама не думала, что так оно будет, но получилось. Но это вот тот случай, когда человек приходит, даже не подозревает о том, что он там талантливый в чем-то, пока не попробует. Поэтому пока человек не попробует, сказать наверняка, что он не талантливый, нельзя. Ну, все одно, там, гнучкість повинна бути. Прийде в 21 рік і без гнучкості, без нічого. Так, тоже возможно. Приходите. Приходят. Мы будем ждать с удовольствием. Есть у нас девочка Эльзара Абкеримова. Она, кстати, врач в больнице на Намыве, в областной. Она пришла в 25 лет. Вот, кстати, она не отличается особой гибкостью, но она отличается особым упорством. И она заняла второе место на чемпионате Украины по воздушной акробатике. Она пришла, ей сейчас 27, и она пришла в 25. И какая же вековая категория ваших учеников? Самый старший сейчас в районе 40, да, Даша, а сколько Васюк Ирочки? Ой, 35 где-то. В общем, привели девочку, и мама тоже захотела. Есть теперь и мама, и девочка. И были и старшие, были по 60 лет занимались. А чем сейчас они уже там заниматься? Гимнастика. 60 руки. На шпагат садятся, там мостики становятся. Я хочу сказать, цирк – это просто даже развитие своего тела. Ты начинаешь чувствовать себя иначе. Ты понимаешь, что ты можешь где-то как-то подтянуться, целлюлитик где-то убирается, где-то там какая-то гибкость появляется. То есть в таком возрасте, уже выше 30, наверное, ты понимаешь, что ты занимаешься в удовольствие для себя и для здоровья больше. Даже если результаты будут не особо там прям вау, но все же для себя это классно, это полезно. Ну, але ж все ж таки, цирк – це, ну, межує десь спортом. Спорт не завжди є корисний. Так само в цирку, мабуть, ж є якісь нюанси такі. Разные жанры, смотря что вы хотите. То есть, если вы претендуете там на воздушную акробатику, то, конечно, здесь должна быть определенная сила, определенные навыки. Естественно, должно пройти определенное время, потому что не может так человек пришел и сразу залез. Такого не бывает. Но есть же другие жанры, такие как жонглер, например. То есть, то те же фокусы. Здесь не нужна там особая физическая форма. Здесь немного другое. То есть, есть всякий раз, есть такой жанр, у нас его пока нет еще, Диабло. Это такие катушечки, они вот... То есть, там, в принципе, там работаешь только этими катушками. Такое. Ну, я думаю, краще один раз побачити, як така, чим, ніж 100 разів почути. Я пропоную зараз переглянути фотографії, а ви можете їх прокоментувати в цей час. Добре. Поэтому давайте подивимось. Вот это, кстати, с последнего конкурса «Зірки майбутнього» Вика Данилевич. Это... Зирочка, да? Да, Зирочка. Это, забыла, как у нее фамилия Кобзова. Она сестра, в общем, владелица цирка «Кураж». Это мы на каком-то конкурсе тоже. Это вот фестиваль в Буковеле был, Юля Военная. Что ты такой внучки тематы? Она работала над этим. Вика Данилевич, это вот тоже в Буковеле, в номере. То есть мы не всегда на сцене, мы иногда занимаемся и помимо сцены. Это в нашем Дворце культуры было мероприятие, 2 июля. Это вот Анечка заняла первое место в Буковеле, 5 лет. Малюсенькая, но такая уже. Вика Данилевич, вот это, кстати, жанр каучук. То, что жанр на гибкость. На спинку. Юлечка Военная тоже разновидность каучука. Это уже парная акробатика. Две девочки. Вот, кстати, ой, Даша Некрасова. То есть вот что можно... Это я силу развивала, чтобы вы понимали. А вот воздушный полотно. Девочка пришла в 21 год. Мама. У нее тоже есть маленький ребенок. Эта девочка, тоже, кстати, редкий жанр, на шаре. Она уже делает определенные успехи. Это мы в гостях в школе акробатики Новосляева. Были соревнования. Как вы заохочуете детей? По-разному. Обычно подарками, обещаниями выступлений. Особо впечатлительным костюмы показываю.
То есть обычно девочки очень сильно реагируют на костюмы. Я так розумію, дівчата більше займаються з дітьми, чи я не права? Да, да, ми теж займаємося дітьми. Яка вікова категорія у дітей? Будь ласка, Дар'я. Ну, у мене дві групи. Средняя группа и младшая. То есть там возраст не ограничен, то есть в каждой группе от 5 лет и до 12 лет, ну, 14. Как вас они слушают? Да, они очень слушаются, они очень все хорошие, мы их стараемся заохочивать. У нас получается, если мы работаем с младшими детками, то в конце тренировки мы им клеим наклеечки, то есть если они хорошо занимаются. А если они выступают, то лично я стараюсь им купить что-то сладенькое. Хоть иногда, но все равно приятно. Звичайно. Я знаю, що ви обоє студентки, ви ще досі навчаєтеся. Діана, розкажіть, як потрапили разом до цієї студії? На то время мы учились еще на четвертом курсе в Николаевском национальном университете имени Василия Александровича Сухомлинского. На факультет физвоспитания и спорта, и ко мне подходит декан нашего факультета и говорит: «Диана, к нам приходила приятная женщина и попросила, чтобы вы подъехали там в Дом культуры и с Дашей вместе, так как вы занимались, я спортивной гимнастикой занималась, а Даша художественной гимнастикой занималась, и ну, мы больше приближенные к развитию гибкости и ну, ближе к цирку, гимнастике. И он сказал, чтобы мы подъехали, мы приехали, нам это все очень понравилось, заинтересовало. Это буквально с весны, но я лично хочу продолжать работать и сама тренироваться, как я сейчас и делаю. Вот чем вас этот цирк привабливает? У нас большая дружная семья, да. Мы всех очень сильно любим и ну, надеемся, что будем работать, сотрудничать. И развиваться, как сами, и развивать детей. А как вам так вдається поєднати? Зараз то був четвертий курс, зараз п'ятий курс, уже ж все, уже екзамени, і робота, і сесія, так все разом. Ми стараємося як-то совміщати учебу, роботу. А до цього ви в циркових студіях не приймали участь? Ні, ну я займалась професіонально художественной гимнастикой, я мастер спорта, в прошлом. Раньше занималась для себя бальными танцами. Ну, в принципе, это что-то приближенное к цирку. То есть все движения, которые выполняла я, мы там используем. У вас только две помощницы? Пока мисс, да, но мы планируем расширяться. Просто, знаете, это очень тяжело найти девочек. Почему-то мне с девочками легче. Очень тяжело найти именно вот квалифицированных помощниц, которые... Во-первых, бы ладили с детьми, понимали бы, что они делают, и не покалечили детей. Очень важно не покалечить. То есть для всех всегда родители, родители всегда хотят большого успеха сразу. Я всегда говорю, чтобы они не навредили своим желаниям. Потому что дети должны развиваться вот так, как они развиваются постепенно. И важно находить тренера, который в этом понимает. А вот останнім часом більше діти хочуть йти до цирку займатися, чи батьки їх приводять? Вы знаете, эти малыши обычно приводят, но это уже такое вот сарафанное радио, а дети где-то лет с 8 приходят сами, то есть до 8 родителей, с 8 где-то сами. Який у вас коллектив, скільки дітей навчається? 70, но сейчас вот зимой чуть-чуть они болеют, поэтому чуть-чуть меньше. У вас тут запитання таке, 70 учасників, скільки груп взагалі і як ви відбираєте, за віковою категорією чи за вміннями? У нас 7 групп, вот как девочки говорили, у них по 2 группы они ведут, группа набора и общая группа. У меня 3 основных, то есть младшая основная, средняя основная и старшая основная. Отбираем мы их в основном, конечно, за умение, то есть ну, приблизительно возраст, но, конечно, за данными. Потому что ну, не может, например, ребенок, которому там 10 лет, и он не стоит на мостике, пойти в старшую группу, потому что ему 10 лет. То есть он идет в ту группу, в которой они будут учить именно этот элемент. И, в принципе, мы тренера меняемся у них периодически, поэтому дети занимаются с каждым из нас, и любая может подойти там поправить. И как бы сейчас вот мы готовимся к отчетному концерту в конце января, то девочки ставят номера,
и, в принципе, они могут выбрать, кого хотят. Вы какую-то выставу специально робите, вот, самая цирковая? Да, в конце января будет, аж две. А еще какого числа не знаете? Да? Знаем, 28 января будет концерт для родителей, там больше такое малыши, чтобы родители порадовать, чтобы они увидели, что детки могут выступать. А 29 мы, конечно, планируем уже сказку, это будет наша первая сказка. Вот, кстати, Даша писала сценарий, Даша у нас режиссер ДК, поэтому, ну вот, планируем попробовать себя уже как сказку цирковую. Які потрібно знати за і проти перед тим, як привести дитину до циркової студії? Желання і час. Тобто, якщо батьки і діти готові тратити на це час, то тоді потрібно приходити, тому що якщо приходять, наприклад, да, ми хочемо, але при цьому вони приходять раз в неділю, то ну, не буде з цього толку. Цирк, він требує часу, требує посвящення, требує ну, каких-то вложений. И, кстати, финансовых в том числе, потому что, к сожалению, пока есть финансирования как такового специального нет, и в основном спонсируют родители. Поэтому, если родители готовы вкладывать, и мы со своей стороны тоже и помогаем искать спонсоров, и что-то на какие-то уступки идет там Дворец культуры, то, конечно, будет толк. А если ну, не готовы вкладывать, то... Чи були якісь призові місця? І взагалі, от скільки, ви сказали, час потрібен? Скільки потрібно часу займатися, щоб займати ці призові місця? Очень по-разному, это все очень индивидуально, потому что есть места, есть и гран-при, есть много первых мест, и есть просто участие, и вторые, и третьи. Ну, приблизительно где-то год-полтора, чтобы усиленного труда, чтобы ребенок уже мог поехать на конкурс. Это при определенных данных и работе. А от після циркової студії куди може далі піти дитина? Чи це як хобі? Естрадно-циркове, ні, естрадно-циркове училище. Тобто, взагалі, такі спеціалісти такого профіля, як тренера циркових студій, їх дуже мало. І, в принципі, тобто, це те, що хотілося б розвивати. Хотілося б розвивати у нас в Ніколаєві, в Україні цирк. Це цікаво. Контракти. Тобто, зараз дуже популярно, можна уїхати на контракт, і цирковим артистам платять навіть більше, ніж хореографам. Поэтому, в принципе, можно несколько лет поездить на контракт и заработать себе там на квартиру, машину. А вы тогда чему не поехали? Я энтузиаст. Мне очень сильно хотелось, чтобы в моем городе была студия. Мне было жалко, обидно, что мои преподаватели, которые это делали, и почему нет продолжения? Хотелось, сильно хотелось. А взагалі, вот... Для чого потрібні ці вміння? От кожен приходить, так? Хтось професійно хоче займатися, хтось непрофесійно. От для чого потрібні такі вміння? Тому що все проходить, а впечатлення залишаються. Цирк – це завжди впечатлення, це завжди те, що завораживає, те, що ярке, те, що таке красочне. І воно, звісно, в душах дітей залишає ці поїздки, вот, навіть там совмісні посиділки, якісь праздники. Це, звісно, слід впечатлення, яке ну, не проходить. Я по себе просто пам'ятаю, що... Моя цирковая студия, она на меня такой отпечаток наложила, что где бы я ни была, чего бы я ни делала, я все равно вернулась в цирк. А с детками какой вековой категории наилегче, наиважче работать, может? С каждым по-разному. Да. Каждая вековая просто... категория чем-то отличается. Еще плюс от детей все зависит. Они настолько разные, что нельзя сказать, что это... хуже, это лучше. Есть вообще беспроблемные подростки, а есть очень проблемные малыши, то есть, а есть наоборот. Тоже индивидуально. Я думаю, что если у ребенка есть желание, то, в принципе, можно договориться. Ну, нет таких детей, что нельзя договориться. Если мы не можем договориться, то тогда нам просто ну, не по пути. Я же знаю, что у вас, в вашей студии есть экзамены, которые проходят дети, внутренние такие экзамены. Каждые три месяца у нас есть экзамен для того, чтобы посмотреть, как детки развиваются, чтобы не разрабатывалась однобокость, вот то, что о здоровье. Потому что человек вообще склонен так все делать там, где ему удобно. Например, удобно на правую ногу, он все делает на правую. Если это делать на одну сторону, ну, как-то вырабатывается сколиоз. И чтобы такого не было, мы, конечно, проверяем элементы, как они их делают, на сколько ног они их делают, на 2, 3, 4. То есть, и если ребенок, конечно, вот где-то сочканул, то уходит в группу, которая более ну, слабее, что ли. Вот. Если ребенок, конечно, за это время подтянулся, то его переводят в группу посильнее. А есть такие дети, которые там только пришли, а уже и
в группу посильнейшие, скажем. Есть такие. Есть. Да, даже там, которые сразу в основную попадают, месяц и в основную. Может, за кого-то расскажет? У меня такая девочка была, она пришла буквально в сентябре, с 1 сентября, ну, у меня младшая группа, и она отзанималась буквально месяца два или два с половиной, ну, где-то очень мало, но она до такой степени себя проявила, очень хорошо себя показала. И мы, ну, когда Татьяна Геннадьевна проводила экзамен, ее перевели в основном до Дарьи Витальевны в группу. И девочка сейчас продолжает заниматься, сейчас на ней номера ставят, но она очень, именно, как Татьяна Геннадьевна сказала, она верхняя девочка. Она легенькая сама по себе, ну, и данные у нее очень хорошие, она сама по себе очень упорная. Это Лерочка Сапрыкина, у нее, она на самом деле, у нее фигура, вот, то есть все равно какой-то... Ну вот фигурки, они для конкретного жанра. Все равно вот видно, там ребенок, например, гимнаст или ребенок акробат, потому что длинные ножки – это, скорее всего, гимнасты. То есть если покороче ножки, то это акробаты, потому что группироваться легче. А есть вот такой вообще редкий вид верхних акробатов. Это такой вот на вес золота. И у нас пришла Лерочка. Маленькая, худенькая, легенькая, которая не боится высоты, имеет данные. И мы просто такие: верхняя! И просто: Лерочка, так, не дышим, не дышим, Лерочка сюда, ну просто мы сейчас так, господи, господи, хоть бы все сложилось, потому что, ну, она на самом деле очень редкий вид верхних акробатов. Як от танцюристи по ногами, ви також, так, це в нас верхні, це в нас нижні. Ну да, то есть видно, например, хотя вот девчонки, такие, как у меня есть Юля Военная, Юля Штанкевич, они длинноногие, но они и акробатику нормально, и в ляки прыгают, и сальто крутят. То есть, в принципе, с длинными ногами это сложновато. Но вот они, у них преимущество. Они хорошо танцуют, хорошо акробатику делают. Они универсальные, в общем, они просто универсальные. Такое тоже бывает. Было бы желание. Но все равно как-то вот по данным детки куда-то больше идут. А де, зазвичай, можна побачити вихованців вашої студії? Де виступаєте, може, найчастіше? Найчастіше, так. З ким співпрацюєте, може? Ну, от останній раз ми виступали в «Знайке», нас приглашали. Всезнайка. Всезнайка, да. Это такой детский клуб раннего развития. Там был просто новогодник. И, получается, мы решили немножко уразнообразить программку. Решили туда... цирковые номера пустить. Все прошло на ура. Вот сейчас тоже поступило предложение, почему бы не сделать там конкретно концерт маленькой цирковой студии для того, чтобы деток порадовать, потому что, ну, правда, и родителям, и детям понравилось очень. Мы часто выступаем на благотворительных концертах, плюс концерты, которые обязательно и в ДК у нас есть, то есть мероприятия, военные части. Ну, в принципе, все концерты нашего Дворца культуры, там цирковая студия есть всегда на мероприятиях. И плюс у нас вот единственное такое отличие, то, что нигде в Николаеве не найдешь, это воздушные номера, потому что их и вправду, ну, нигде нет. Ни полотен, ни кольца, ну, кардепарель, это я вообще молчу. Есть пилонные студии, там как бы занимаются воздушной гимнастикой. Но номера не дают нигде. Да, но... Я просто хочу сказать, что все равно пилонные студии – это определенный вид, и он имеет место быть, но цирк, он всегда отличался. То есть даже если берутся какие-то одинаковые элементы, бывают, все равно в цирке совершенно другая подача. Как там, потому что мы работаем для зрителя, на зрителя и ради зрителя. И когда мы выходим на сцену, этому всегда учим деток, что ты должен улыбаться, и никому не интересно, что у тебя, потому что ты артист, и ты не можешь объяснить всему залу, что тебе плохо. И девочки выступают и с температурой, вот даже последние вот во Всезнайке там девочки с температурой были. Ну, потому что как объяснить малышам, когда они ждут, что ты мы жду, не да? будем? Да. Куда уехал старый цирк, да? Ну да. Так и у нас залишилося мало часу, у вас є можливість привітати, може, когось, кого ви хотіли привітати. Я хочу сказать отдельное спасибо отделу культуры за то, что наши дворцы культуры в последнее время очень стали процветать. Я даже смотрю по-нашему, может быть, из-за того, что у нас директор молодой, он как-то так способствует тому, чтобы наш дворец культуры процветал. Ну вот, огромное спасибо за то, что развивают детский спорт, за то, что развивают детские студии. И просто всех с Новым годом, прошедшим, с Рождеством, и что у нас там, День Святого Валентина, 8 марта. Засніма святами, так, я також приєднуюся до ваших побажань. З вами була Олена Клепа, ми сьогодні розповідали про циркову студію «Батерфляй» Корабельного району.
Дякую, що були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.